Привет, ребятки. Ребятки. Мы будем лизун делать. Играть с антистрессами. Да. Разрежем, посмотрим, что там внутри. А я уже одну разрезала, да? Да. Такой у нас есть антистресс. Да. Сейчас мы его будем разрезать. Ярко-розовый, да? Да. Да. Посмотрим, что у нас из этого получится. Смотрите.
Давайте, думаю, экспериментируйте, делайте таких лизунов, слаймов с антистрессом. Разбавляйте их красками, песочком, пластилином. Они очень прикольно получаются. Да. Можно даже блёсточки добавить. Ну, всё.